вначале забил Токеро, но затем Гурпеги. А вот здесь, видите, Криштиану, выбивая мяч за пределы поля, попал кому-то в нос. Установил рекорд Реала по голам за сезон. Это если брать сезон во всех турнирах. 48-49 уже мячей у него. Вот, красавец. А, вот он подарил футболку этому человеку, которому разбил нос. Красивый жест, правда? В перерыве, наверное, ему сказали. Ну и теперь остается только...